День семьи, любви и верности жители городского ТОСа номер 20 решили отметить по-особенному. Они провели день квартала, на котором чествовали не только юбиляров семейной жизни, но и ветеранов труда, активистов округа. На встрече добрых соседей удалось побывать и нашим корреспондентам. Все эти люди живут на одном квартале, многие друг друга знают. Но вот чтобы встретиться всем вместе, просто поговорить, узнать, как и чем живет сосед, у многих не хватает времени. Дни квартала дают такую возможность. На этих праздниках жители близлежащих домов становятся одной большой и дружной семьей, где поддерживают и радуются успехам друг друга. Собравшихся с праздником поздравил глава города Александр Берсенев. Поздравляю с праздником сегодня. Всем мира, добра, здоровья. Я думаю, что у нас здесь тоже в этом квартале найдутся семьи, которые прожили долго, дружно, в любви, да? Правильно? Вот, поэтому сегодня такой праздник. Удачи вам! День квартала – это праздник, а потому должны быть подарки, поздравления и концерт. Всего этого было достаточно. На дне квартала памятные подарки вручили многодетным семьям, обладателям почетной таблички «Дом образцового содержания», ветеранам труда, квартальным, юбилярам семейной жизни. В адрес собравшихся было сказано много добрых и теплых слов от представителей районной администрации, депутатов, предпринимателей. И каждый в своем поздравлении отмечал особенную атмосферу дружбы и добрососедства на празднике, где даже самые маленькие могли поделиться частичкой своего творчества. Меня зовут Варя, сегодня я расскажу стих про Родину. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесочек, в каждом поле колосочек, речка, небо голубое. Это все мое родное, это Родина моя, всех люблю на свете я. Дни кварталов проводились и раньше, но из-за пандемии такие праздники перестали организовывать. Теперь, когда коронавирусные ограничения сняты, традиция возобновлена. Дни кварталов пройдут во всех территориальных общественных самоуправлениях города. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».